Зимние каникулы с пользой для здоровья. Предприятие «Моторсеч» организовывает для своих сотрудников с детьми традиционный зимний заезд в санаторий-профилакторий. Как проводят время отдыхающие, далее в сюжете. Санаторий-профилакторий предприятия «Моторсеч» находится в экологически чистом месте – селе Андреевка Запорожской области. На территории есть сосновый бор, прогулки в котором очень полезны для здоровья. Сейчас в санатории отдыхает 160 работников предприятия «Моторсеч» и их детей. Во время новогодних праздников здесь уже традиционно устраивают заезд матери и ребенка. В санатории-профилактории дети получают рациональное сбалансированное питание, постоянное нахождение на свежем воздухе, достаточная физическая активность, лечебные процедуры, правильный режим дня. Все это в комплексе способствует повышению иммунитета, препятствует развитию болезни и улучшает общее самочувствие. Оздоровительная программа рассчитана на 10 дней и включает в себя лечебную физкультуру, занятия в тренажерном зале, лечебный массаж, физиотерапию, водолечение, ингаляции и многое другое. До 100 человек персонала обеспечивают отдыхающим комфортное, полезное и интересное времяпрепровождение. Очень нам нравится детям, в особенности нравится джакузи, ванная с джакузи, вот, водные процедуры все, в принципе, нравятся, в сауну ходим, в бассейне плавают. Дозу витаминов можно получить за такой вот барной стойкой. Здесь предлагают кислородные коктейли. Саша и Богдан уплетают за обе щеки. Он очень полезный для легких. Очень вкусный. Очень вкусный. С яблочным привкусом. Через несколько минут за коктейлями выстраивается целая очередь. А самые маленькие отдыхающие тем временем повторяют стишки и спешат на утренник. Елка дарит нам добро, сладости и игрушки. Снег, как будто серебро, сыпется с макушки. Тут веселый хоровод, песен переливы. Славный праздник Новый год, яркий и счастливый. Малышей развлекают аниматоры в образах любимых сказочных персонажей. Ребята с восторгом играют с Анной и Эльзой из популярного мультфильма «Холодное сердце». Танцы, песни, игры и конкурсы длятся почти целый час. Накануне Рождества к детям пришли, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. Не обошлось и без подарков. Сюрпризы со сладостями получили все участники утренника. Похоже, в восторге остались не только дети, но и родители. Хотелось бы выразить благодарность администрации нашего санатория, заботливому, внимательному персоналу, который организовывает нам замечательный досуг, и нашему культмассовому сектору «Лили», который проводит замечательные мероприятия, где дети могут не только отдохнуть, развлечься, но и проявить свои таланты. Большое спасибо нашему профсоюзному комитету, благодаря которому мы здесь находимся. Заводской профилакторий работает почти целый год. Ведь для «Моторсечи» люди всегда были главным богатством. И забота о здоровье сотрудников и их детей остается неизменной.